Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приготовила слоеную луковую лепешку. Она хрустящая, ароматная, вкусная и нежная. Давайте же посмотрим, как я ее готовила. Поехали! Сначала приготовим тесто. Тесто у меня дрожжевое на молоке. В мисочку вливаю теплое молоко. К молоку отправляю соль и дрожжи. Немного перемешаю. Теперь сюда отправляю муку. И перемешиваю. Продолжаю замешивать тесто вручную. Для того, чтобы тесто получилось эластичным, надо где-то замешивать его 5 минут руками. Я замесила вот такой колобочек, кладу его в мисочку и накрываю шапочкой. Отправляю тесто в теплое место на расстойку. Репчатый лук нарезаю полукольцами. Масло разогрелось, теперь к маслу отправляю лучок. И обжариваю лук до золотистого цвета. Лук солю и перчу. К луку я отправила сушеную паприку. Теперь сюда добавлю укроп. Тесто подошло, сейчас его раскатаю. Я раскатала тесто толщиной примерно 2 мм. Сейчас я обмажу его растопленным сливочным маслом. Тесто смазала сливочным маслом. Теперь на нем раскладываем обжаренный лук. Начинку распределила, теперь заворачиваю в рулет. Рулет нужно заворачивать не слишком туго, не слишком свободно. Рулет готов. Теперь заворачиваю его в лепешку. Вот и готова наша лепешка. Чуть-чуть ее придавим. Формую лепешку. Лепешка у меня будет большая. Лепешечку проколола вилкой, теперь обмажу ее яйцом.
посыпаю кунжутом. Отправляю лепешку выпекаться в духовку при температуре 200 градусов на 30 минут. Лепешка ароматная, нежная и многослойная. Получилась очень вкусной, красивой и ароматной. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Готовьте с удовольствием, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!